Сколько еще в Хакасии продлится карантин по узелковому дерматиту? Зависит от жителей Баграда. Напомним, владельцы 9 подворий отказываются утилизировать свой скот. А это 150 голов. Сейчас республика закрыта для экспорта. Ни одно хозяйство республики не может вывозить мясо крупного рогатого скота, коз, овец и свиней. А это в первую очередь экономические убытки. Федеральный Россельхознадзор снимет карантинные ограничения только тогда, когда все необходимые мероприятия будут выполнены. В том числе уничтожен весь скот в опасной зоне, корма, а также будет проведена обработка надворных построек. Но сроки оттягиваются. В Баграде не все осознают опасность ситуации. На сегодняшний день утилизировано 99% всего скота. Люди получили компенсации порядка 50 миллионов рублей, и выплаты продолжаются. И главное, если животных не сдать добровольно, их изымут принудительно. Этого требует режим ЧС, введенный в Баграде. Если бы мы не купировали вот это, да, моментально бы разошлось по всей Хакасии. Потому что, вы сами знаете, Баградский район – это пересечение дорог, понимаете? Там Шира, здесь Усть-Абакан и так далее. Тем более федеральная трасса. Карантинные мероприятия будут сняты тогда, когда мы уничтожим последнее животное. Нам дается 28 дней для того, чтобы сделать профилактические ветеринарные все мероприятия.